Всем здравствуйте! Хочу показать вам, как я справляюсь с грязью на ручках, налипшей, застаревшей такой. В нашей суетной жизни очень часто бывает, что поверхность плиты мы чистим каждый день, а до ручек у нас ручки не доходят. Нам потребуется вот такой бутылек нашатырно-анисовых капель. Вооружаемся ватными палочками и ватными дисками. Смачиваем поверхность ручек каплями. Даем немножечко откиснуть всему этому делу. Вот оно уже начало все смываться. Мочим ватный диск и протираем ручки. Вот видно, как все это хорошо отходит. Вот буквально через пару минут ручка наша блестит как новенькая. Не обращайте внимания, что у меня на ней нет цифр, потому что я их стерла другими абразивными чистящими средствами. Также с помощью ватной палочки можно подлезть в такие вот разные неудобные места и почистить вот легко таким образом плитку. Вот вся грязь на палочке, на спонжиках остается, очень легко отходит. Надеюсь, вам понравится этот совет. Пока-пока!